Здравствуйте! В прямом эфире, в региональном вещании, впервые, можно сказать, в проект телекомпании «Аист», общественно-политическое ток-шоу «Трибуна». Нас сейчас смотрит практически уже 45 городов и населенных пунктов Иркутской области. Дорогие друзья, поприветствуем нас, наших участников, наших героев. Что такое «Трибуна», наверное, все знают. Это место, откуда любой желающий может высказать свою точку зрения на какую-либо ситуацию. Это было с Древнего Рима, с Древней Греции, и отсюда словно пошли наши трибуны в современном виде, депутаты, которые здесь тоже присутствуют. Итак, заканчивается учебный год. У нас уже сдают экзамены студенты, но далеко не все из них уверены в своем будущем. Что их ждет на новый учебный год? Дело в том, что это ни для кого не секрет, что практически все наши вузы вдруг получили большой объем проблем. И поскольку это произошло фактически одновременно, ситуацию можно назвать системным кризисом. Мы приглашали в эту студию всех абсолютно ректоров, наших иркутских ректоров. К сожалению, пришли не все. Кто-то сослался на командировки, кто-то придумал еще какую-либо причину. Но мы понимаем, что тема щекотливая, понимаем. Запомнили, узнаете потом. Тем более, что у нас здесь представитель правительства Иркутской области, депутаты законодательного собрания, их достаточно много, всем дадим слово. Естественно, ректоры, которые все-таки пришли, не побоялись, спасибо вам за это. А также представители общественных палат и, собственно, сами студенты, главные герои нашей программы. И в том числе забыл упомянуть профсоюзы, что тоже немаловажно. Итак, давайте обсудим эти все темы. У нас начинается все с того, что для первой программы мы выбрали именно эту тему, потому что это самая сейчас актуальная у всех на слуху проблема. Проблема высшего образования Иркутской области. Это главное сегодня. Итак, кстати, должен сказать еще, стоит отметить, что депутаты, спасибо вам всем, достаточно активно участвуют в решении этой проблемы, и благодаря их хлопотам мы смогли отстоять филиал Байкальского государственного университета в Усть-Илимске. Давайте похлопаем, все-таки доброе дело. Спасибо. Итак, давайте все-таки начнем наконец-то. Что именно происходит в сфере высшего образования Иркутской области, почему наши вузы оказались в такой ситуации, закрываются специальности, как мы уже упомянули, на грани закрытия даже филиалы, и даже уже и закрыли один филиал, будем обсуждать. Почему наши дети поступают в один вуз, а заканчивают вроде как, судя по ситуации с ЭПУ, совершенно другой? Это все будем сегодня обсуждать. Пожалуйста, я предоставляю первое слово, первое мнение нашему первому заместителю губернатора Иркутской области Виктору Васильевичу Игнатенко. Пожалуйста, Виктор Васильевич, ваша позиция. Ну, если можно тезисно, да? Можно сначала тезисно. Да. Я считаю, что в Иркутской области системного кризиса высшей школы нет. Есть кризис менеджмента управления в отдельных вузах и в основном в некоторых филиалах. Что касается в целом высшей школы в Иркутской области, я считаю, что она даже выше среднероссийского уровня. Возьмем, допустим, между Красноярском и Владивостоком, да, ну, самые сильнейшие вузы находятся именно в Иркутске. И второй старейший вуз Сибири находится именно в Иркутске. Поэтому, на мой взгляд, нельзя интерпретировать те проблемы, которые возникают в связи с требовательной политикой Рособорнадзора, да, отдельным филиалом вузов. Кто-то в стране должен бороться за качество высшего образования. Их нельзя во всех случаях интерпретировать, как это очень плохо. Вот какие есть болевые точки вузов? Аграрный университет. Там источник проблем, это бывшее руководство, в общем-то, создало очень много долгов, с которыми сейчас нынешнее руководство, вместе с правительством Иркутской области, мы решаем эти проблемы. Надо сказать, что на сегодняшний день из кризисной ситуации аграрный университет выходит. Ну да, им вроде как заплатили наконец-то долги по зарплате, да. Но еще это и не более значит. Того, и мы, вот я у них в пятницу был на заседании ученого совета, мы там очень долго общались. Самое главное, что Иркутский государственный аграрный университет как бы определяется стратегически, да, на ближайшие, скажем, лет 15-20, и будет себя позиционировать как межрегиональный отраслевой опорный вуз. Хорошо, Виктор Васильевич, я вас перебью. Мы отдельно потом по вузам пройдемся. Давайте сейчас об общей картине. Я, кстати, должен сказать, что все сидящие в зале
имеют полное право взять микрофон, почувствовать себя на трибуне, высказать свою точку зрения на происходящее, в том числе это относится и к студентам. И, кстати, у нас на улице, на площади перед драматическим театром, находится наша съемочная группа и дежурная камера. К ней может подойти любой пешеход, прохожий, на автомашине подъехать и так далее, любые студенты, и взять слово и высказаться. Мы увидим это по нашим мониторам. Давайте покажем, наверное, сможем мы показать, что сейчас там происходит. Уже стоят, смотрите, вы видите, что уже стоит какая-то группа, наверное, скоро начнут нам помогать задавать вопросы. Вот. А сейчас продолжим, и, Виктор Васильевич, вот все-таки, наверное, вот по-общему, да, давайте, почему вообще возникла эта ситуация такая? Вот неужели во всех вузах одновременно проблема с менеджментом? У нас мог быть федеральный университет, его нету, ушел в Красноярск. У нас опорный университет под вопросом, насколько я в курсе. Но это не означает, что если в Иркутской области нет Сибирского федерального университета, да, что у нас это аргумент, что у нас системный кризис. Я думаю, что тут аргументы несколько не того порядка. Вот смотрите, какие сейчас болевые точки у нас в высшем образовании. Да, в Иркутской области. Смотрите, это филиалы, случайно или нет? Не случайно, потому что давайте честно скажем, что, к сожалению, очень часто встречается, когда филиалы, да, а у нас в основном это филиалы московских вузов, как раз допускается некачественное образование. Вот берем ситуацию с Иньясом, да? Рособрнадзор. Вот как вы все направляете? Разговор должен быть конкретный. Вот смотрите, источник конфликта, да? Рособрнадзор отказал в аккредитации по 13 специальностям. Плохо это или хорошо? Хорошо. Кто-то в стране должен же контролировать образование. Ведь смотрите, 25 ноября закончилась аккредитация, которая выдавалась на 5 лет. Ничего не делали очень долго. Потом поспешно сделали некачественные документы. Обнажились и другие проблемы, да, вот с Иньязом. Хорошо. Виктор Васильевич, вот вы все-таки все начинаете на примерах конкретных, которые мы будем обсуждать обязательно. Давайте вот, Кузьма Романович, ваша позиция. Я считаю, что высшая школа в Иркутской области находится на пороге новых перемен, новых тенденций. Мне думается, что те подходы, которые существовали до сих пор, они себя изжили. Политика правительства сегодня направлена на укрепление высшего учебного заведения, на повышение качества его. И в этом отношении, конечно, нам необходимо искать пути развития нашей высшей школы. Прежде всего, я считаю, что необходимо восстановить в правительстве структуры, которые мы занимались мониторингом деятельности высшей школы и науки. Они такие раньше у нас были. А у нас правительство в курсе? Вот вы стоите, депутат, это заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Кузьма Ударов. Сегодня Виктор Васильевич меня порадовал о том, что есть поручение губернатора о создании в рамках Министерства образования Иркутской области отдельного управления, которое будет заниматься проблемой высшей школы и науки, надеюсь. Потому что федеральное министерство у нас так называется, образование и науки. И второе, я должен сказать, что законодательное собрание уделяет достаточно серьезное внимание в последнее время развитию образования. Ну, вы знаете, в апреле мы рассматривали вопрос по Усть-Илимскому филиалу. Вот, в июне мы смотрели на комитете деятельности аграрного университета. Мы на прошлой неделе были в Якутске. К сожалению, слышали от наших парламентариев Республики Саха-Якутия, госсобрания, о том, что у них закрылся филиал также вот нашего Байкальского государственного университета, о чем они очень посожалели, потому что у них там есть проблема, связанная с выпуском экономических специальностей. Ну, это понятно, огромный регион, экономический, конечно. Что касается дальнейшего движения, то должен сказать, что во время визита Виктора Васильевича и нашего визита в Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, мы почувствовали, что федеральные органы прислушиваются к объединенной позиции, консолидированной правительства и законодательного собрания Иркутской области, и они готовы поддержать нашу высшую школу. Но Климов, заместитель министра, нам четко и ясно сказал, что поддерживаться будут те структуры, которые будут вести политику укрупнения высшего учебного заведения. Вы сейчас сказали, консолидированная у нас позиция выработана, да, я так понимаю, но она консолидирована между правительством и законодательным собранием, либо все-таки у нас уважаемые вузы в этом тоже участвуют, и ректоры в том числе в курсе происходящего. Вот вы в курсе, пожалуйста. Александр Валерьевич Аргунчинцев, Иркутский госуниверситет, классический. Ну, это же ток-шоу, да, то есть я могу остро говорить. Ну, это даже нужно. Мне кажется, что как таковой политики, предусматривающие не только определенные стратегические направления, но и программу действий, с расписанную по шагам, календарным срокам, на данный момент в Иркутской области ее просто нет. Так. Есть направления, по которым
можно идти, по которым предлагается идти. И больше всего меня волнует даже не вопрос укрупнения вузов, объединения вузов. Это все-таки делается для кого-то, для чего-то. Наверное, это должно делаться для повышения качества образования, во-первых, для того, чтобы наши дети оставались и учились здесь. И, наконец, если мы хотим оставаться не только в российской, а в мировой системе образования и занимать там достойные позиции, то нужно говорить и об учете тех тенденций, про которые мы вообще не обсуждаем, которые есть в мировой системе образования. То есть есть университеты, в которых уже 200 тысяч, 500 тысяч, миллион слушателей. А мы вот все за партнерами. Кто именно партнер? Вы же говорите, мы, а кто в конце концов? Это классический российский вопрос, кто виноват. Нужно вместе, совершенно верно, разрабатывать эту политику, разрабатывать конкретные планы, разрабатывать конкретные шаги. Совместно с областью, совместно с Федеральным министерством образования и науки, совместно с каждым из вузов. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Вы можете что-то сказать вот на такое вот высказывание? Консолидированная позиция, ничего не делается. Не надо. Пожалуйста, Ирина Александровна, вы так сказали. Я хотела бы сказать, что история вопроса, она началась не сегодня. У нас еще в 2010 году, вот Иван Михайлович Головных здесь присутствует, он обратился в законодательное собрание Иркутской области с предложением от коллектива трудового о том, чтобы, значит, вот, вступить в конкурс на Национальный исследовательский институт. В принципе, законодательное собрание поддержало, более того, обращение министру тогда Фурсенко было направлено, и, соответственно, я считаю, что мы сыграли определенную роль, более того, мы обратились к правительству Иркутской области о том, чтобы при формировании бюджета была заложена определенная денежная сумма, это 10 миллионов на тот момент, и, соответственно, это сработало. Да. Мы сегодня имеем, который подтвердил уже вот, на второе пятилетие свой статус. Более того, скажу, всем памятна история с нашим институтом МВД, который просто хотели сделать сначала филиалом, но мы понимаем эту, соответственно, политику Красноярского университета. Но, опять-таки, наши совместные действия, в первую очередь, законодательного собрания, потому что мы написали и Сибирский федеральный округ, и в министерство соответствующее. Ага. На сегодня мы имеем институт. А у нас вот Сергей Корнович так и не пришел ведь, да, в студию на прямой эфир, руководитель ВСИ МВД. Вот, тоже заметили, тоже галочку поставим, хорошо. Боятся? Пожалуйста. Поэтому, конечно, здесь нужно понимать, тут есть такое слово, очень, которое по-разному к нему относится, это полномочия. Конечно, это федеральные полномочия, конечно, это мнение учредителя. Но, на наш взгляд, вот на примере, скажем, Лингвистического университета, наверное, нашего филиала, нашего ИНЯЗа, дорогого, родного, в котором вообще лучшая профессура. Сейчас мы его будем разбирать-то по полочкам. Я просто хочу сказать, что на этом примере, наверное, вот как раз это был тот момент, когда консолидация всех сил и общественности, и студенчества, и преподавательского состава, и органов власти, она, в общем-то, проявилась в полной мере. И сейчас это конкретные результаты, может быть, промежуточные, но мы нисколько, вот мы в преддверии обсуждали, мы нисколько не сомневаемся в успехе. Тем более, что сегодня более 13 тысяч наших выпускников общего образования, среднего образования, они сдали первый экзамен по ЕГЭ, это русский язык, тот экзамен, который сдают все. И мы хотели бы успокоить наших выпускников, их родителей, о том, что нужно поступать в иркутские вузы. Они у нас очень статусные. И кризиса нет в Иркутской области. Да. Надо поступать именно в Иркутскую вузу. Так, хорошо. Сейчас мы дадим слово, допустим, представителю общественной палаты. Сергей Иванович, вы готовы высказать свою позицию? Да, я всегда готов. Вот микрофон. Я поддерживаю позицию, которую высказывает Виктор Васильевич, о том, что кризиса большого нет, но дорожную карту надо разрабатывать, и политика не может быть предметом заинтересованности только группы профессоров-энтузиастов. С моей точки зрения, мы пытаемся усилить и направляем как бы, свои импульсы в Серый дом, губернатору, законодательному собранию, что они не должны отмалчиваться. Тут вопрос, понимаете, не полномочий, тут вопрос воли. И поэтому я считаю, что у нас настолько крепкие традиции в городе Иркутске с вузами, что подправить совершенно несложно это все сделать. И я считаю, что... Не обсуждается тема, но ведь вот это усложнение ситуации, оно носит, знаете, и в каком-то смысле субъективный характер. Я считаю, что политика прежнего руководства области была направлена на активную ротацию ректоров, и это привело к тому, что мы сегодня пожинаем такие плоды.
Я хочу сказать, что приглашал московского ректора Иньяза на палату. Угу. Он не пришел, теперь он жалуется, что в области ему внимания не оказалось, так сказать, своевременно и так далее. Это не так. И сегодня, вы знаете, есть решение. Хорошо, спасибо большое, Сергей Иванович. Мы еще вам предоставим слово. Сергей Иванович Пушкин, представитель палаты Иркутской области, также Иркутский госуниверситет. Смотрите, вот мы тут упомянули опорный университет. Для этого назначалась такая задача, изначально, во всяком случае, как объединение двух самых крупнейших вузов. Это Иркутский государственный университет и Байкальский теперь государственный университет. Два одинаковых почти вуза. Но руководство этих вузов категорически решило не идти на такой шаг. Хорошо. Я сейчас зацитирую высказывание губернатора Сергея Левченко на эту тему. Мы с министром образования и науки Российской Федерации Дмитрием Ливановым обсудили этот вопрос. Вас обсуждали в Москве. Вы знаете об этом? Договорились, что ситуация с вузами в Иркутской области будет обсуждаться в начале июля этого года, также с участием Ливанова и полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Николаем Рожковым. Но мы будем сохранять наши высшие учебные заведения, не ломая их. То есть позиция поменялась. Нам удалось отстоять научно-исследовательские институты, и тут мы тоже справимся. И тут мы тоже справимся. Что бы вы вот могли здесь прокомментировать? Каким образом можно удержать вузы и тем не менее сохранить московскую помощь, так скажем, федеральное финансирование и так далее? Пожалуйста. Ну, я бы хотел сказать, что из всех мнений, которые в общественном пространстве... Извините, я представлю вас, Алексей Васильевич Сковитин, это у нас проректор Байкальского госуниверситета. Тех мнений, которые в общественном пространстве сейчас сформулированы, уже более чем год муссируются, так или иначе, все они знают, нам наиболее приемлемо коллективу Байкальского университета. Вот как раз позиция губернатора, которую он, к слову, не единожды высказывал, а последовательно, вот, с самого первого вопроса, который ему задали по этой проблеме. По большому счету, как я его понимаю, он говорит, что условия этого конкурса – это совсем, не совсем то, или даже совсем не то, что нужно Иркутской области. То есть это не совсем накладывается на ту конфигурацию вузовскую, которая сложилась у нас исторически. Да, есть регионы, где есть очень мощные вузы, есть маленькие вузы. И как раз первый этап этого конкурса был ориентирован на то, чтобы вот добровольцев, в конце концов, найти. Добровольцев к объединению. Да, и, кстати, министр на это и до сих пор подчеркивает, что здесь не может быть никакого давления, добрая воля вуза должна быть сформулирована. Губернатор сказал, что это не совсем то, что нам надо. У нас и так много потерь за эти годы реформ. И, кстати, это не единственный пример. Вот, допустим, в Челябинской области депутат от «Единой России» Бурматов также отстаивает точку зрения, что, ладно, не называя партию, но тем не менее, что вот сходный регион по структуре экономики, промышленный, то есть, по большому счету, наш коллектив по отношению к этой проблеме высказал свое мнение. В январе мы приняли решение ученого совета единогласно, что наш вуз не видит себя в качестве присоединяемого в каком-либо то ни было виде в рамках такого проекта. Вот на сегодня мы отстаиваем свое самостоятельно, так же, к слову, как это было и при предыдущем ректоре Михаиле Алексеевиче Винокурове, то есть мы самостоятельность свое преемственно отстаиваем. Хорошо, давайте сейчас, я думаю, настало время уже присоединиться к нашей улице, нашей как фокус-группе, что ли. Я надеюсь, что студенты наши готовы. Режиссеры, как ситуация? Готовы ли там задать вопрос? Здесь собралась инициативная группа молодежи, которая не смогла остаться равнодушной к теме нашей программы. И здесь есть вопросы. Вот представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Петра Конжелика, и я представляю Всероссийскую молодежную организацию «Молодая гвардия Единой России». И поскольку мы занимаемся представлением интересов студентов, нам очень хотелось бы знать, какой будет дальнейшая судьба тех студентов, которые оказались сейчас в такой неприятной ситуации с неаккредитацией вузов, и каким образом мы можем защитить их права, куда нам далее следует обращаться, в какие государственные органы. Спасибо. Вот такой один из вопросов. Кто готов ответить девушке на вопрос? Не будем говорить, откуда она. Пожалуйста, коротко. Я хочу сказать, что уж кто-кто, а студенты во всех реформах и действиях, которые Минобразование предпринимает, они в центре, их права защищены. То есть, да, вопрос идет оптимизации, меньше руководителей, эффективность, но студентов права регулируются и нормативно закреплены. То есть им опасаться нечего? Будь то вопросы присоединения, переводов.
Но вот у нас, к сожалению, не пришли ни из СПУ руководства, ни из нашего бывшего сельхозинститута. Нету, к сожалению, никого, но тут там ситуация-то возникла совсем недавно, когда студентам вдруг ставят на вид, что все хорошо 11 мая. 12 мая появляется информация, что их переводят совершенно в другой вуз. Они же не пытались, когда поступали в СПУ, они не думали, что получат сельхозобразование. Зачем это нужно? Здесь как вот ситуацию разруливать? Что можно студентам сказать? Есть проблема недоведения плохих новостей в срок до студентов. Вот это здесь. Можно хорошо, сейчас вот, да? Вот опыт показал, что когда берут Рособнадзор, отказывают в аккредитации, и берут в середине учебного года, да? Ставят всех перед фактом, студенты, идите на улицу, прекращается деятельность. Поэтому мы вот когда сейчас были на встрече в конце апреля в Министерстве образования и науки, мы поставили вопрос, уйти от таких методов работы. Только тогда отказывать в аккредитации, когда студенты проучились весь учебный год, сдали все экзамены, в том числе выпускные. И надо сказать, что министр Ливанов дал поручение внести изменения в нормативные правила, чтобы такого не было. Угу. Хорошо, ну то есть что-то делается, конечно, порядок учится. Хорошо, пожалуйста, вы хотели высказаться? Да я по этому же поводу. Александр Григорьевич Барсуков, ректор когда-то нашего любимого ИВЮ. Виктор Васильевич абсолютно правильно, потому что я тоже поднял руку и сказал, вот сидят два деда ректора, Михаил Алексеевич и Иван Михайлович. Что будет, если ректор уволит до окончания учебного года преподавателя? Ректор минимум получит взыскание, а во-вторых, и восполнит все прогулы из своего кармана. Что делается со студентами? Посредине учебного года отчисляются, и никто не отвечает. И никто, ни Конституция Российской Федерации, ни закон об образовании, не министр образования, никто. И мы здесь замыливаем этот вопрос, типа вот, найдут себе место, уже. Найдут себе место, мы не бросаем их, мы им дадим возможность. Мы не даем никакой возможности, мы нарушили самое главное. Они заключили контракт и договор на обучение, а мы им предоставили образование или как, обучение ненадлежащего качества. И сегодня бы закон о защите прав потребителей потребовал бы, раз услуга предоставлена ненадлежащего качества, верните. Не только эти деньги, которые он просто прогуливает сегодня в подвешенном состоянии, а можно еще продолжить другую тему? Вы же все равно предоставите мне слово. Я вам предоставлю слово, но давайте сейчас немножко, чуть попозже. Да, но я двумя руками за студентов, я прямо не понимаю, как можно посреди бросать под танк. Филиал МГТУ ГА, где я работаю, подвергся такой же экзекуции. И с ноября по март все сидели под наркозом, Виктор Васильевич знает, мы общались по этому поводу, под наркозом и не знали свою судьбу. А вы обратите, почему не знали свою судьбу? Потому что программы составлены некачественно. В этом случае за некачественную подготовку программ ответственность должен нести ректор и люди, которые разрабатывали, но не студенты. Мы вернулись к коллективному наказанию. Давайте предоставим слово все-таки нашим студентам. Есть у нас в зале, не на улице, а именно в зале, кто-то, кто хочет спросить вот этих вот людей великих о своей судьбе, кого-то, может быть, беспокоит вуз. Посмелее, пожалуйста. Что ж вы скромные такие? Вот, наконец-то. Девушки, передайте микрофон. Иванова Ирина Емельяновна, кандидат филологических наук, доцент. Я работаю в Венезе 1993 года. Я бы хотела выступить, наверное. Так получилось несколько спонтанно. В 2012 году, когда наш вуз признали неэффективным, и коллектив голосовал, было принято решение, что мы станем филиалом. Нас 5 человек голосовало против. На сайте министерства основополагающий документ висит, на котором указано, что мы являемся филиалом. Там написано, что мы голосовали единогласно. Значит, мы обращались к региональным властям, было написано письмо на имя бывшего губернатора, но очень мало членов коллектива подписало. Вот, так как мы указывали, что коллектив запуган. Но теперь складывается ситуация, что мы с пятницы, получается, принято решение о том, что мы ликвидированы.
Вопрос, конечно, и к региональным властям, и вопрос о нашей судьбе, потому что коллектив 162 человека проголосовало за то, чтобы нас в свой состав единым целым коллективом принял Иркутский государственный университет. Угу. Вы в курсе об этом? Ну, конечно, в курсе. Хорошо. Вы закончили? Извините, пожалуйста. Есть, конечно, несколько вопросов. Есть вопрос о нашей дальнейшей судьбе, вопрос к нашим региональным властям, потому что то лингвистическое образование, тот опыт, который мы накопили в нашем университете, я думаю, что его нельзя терять. Наш лингвистический университет нужно сохранить в составе Иркутского государственного университета. И хорошо, мы... спасибо, мы поняли. Еще если вдруг будешь что сказать, обязательно поднимите. Вопрос к региональным властям. Да, можно ответить на вопрос? Можно. Уважаемые коллеги, позиция губернатора и правительства Иркутской области, она остается неизменной. Мы считаем, что в Иркутске надо лингвистическую школу сохранить, а лучше это сделать, когда ИНЯС, ну вот называю его постоянно, да, будет структурным подразделением нашего классического университета. Но для того, чтобы пройти эту дорожную карту, мы, кстати, в конце апреля в Министерстве образования и науки этот вопрос обсуждали, напрямую присоединить филиал нельзя, он составная часть другого головного вуза, да? Поэтому дорожная карта решения этой проблемы, вот, за которую ратует большинство преподавателей ИНЯЗа, лежит через несколько этапов. Один из этих этапов – это ликвидация упразднения филиала. Ликвидация его... Виктор Васильевич, извините, я вас перебиваю. Мы тут недавно совсем говорили о том, что каждому действию нужно свое время. Сейчас у нас сдача экзаменов, и тут вдруг идет ликвидация. Все-таки дайте я объясню. Решение ученого совета Московского государственного лингвистического университета не есть юридическая ликвидация филиала. Все работают, учатся, сдают экзамены. Министерством образования и науки будет принят соответствующий приказ, да, будет утверждена дорожная карта. Что такое процедура ликвидации и перехода, скажем, коллектива в другой вуз, это потребует минимум полгода, может быть, даже больше. Поэтому сейчас все эти вопросы отрабатываются, но ликвидация филиала – это необходимый шаг для того, чтобы решить ту задачу, которую перед нами поставило, ну, по крайней мере, большинство коллектива НЕЗа. Поэтому здесь надо относиться к этой ситуации с пониманием. Хорошо, у нас вопрос. Добавлю, можно я добавлю? Вот давайте, а вы сначала, потом вы, я вас запомнил. Нет, сначала давайте Ирина Александровна у нас. Я хочу сказать, что по поручению руководства законодательного собрания наш комитет по социально-культурному законодательству на основании того обращения, которое пришло от трудового коллектива, мы конкретно провели и расширенное заседание нашего комитета, где присутствовали и руководитель департамента образования высшей школы Министерства образования Российской Федерации и исполняющий обязанности ректора лингвистического университета Московского, Манохин Олег Викторович. Поэтому, конечно, держим на контроле. Вот вы знаете, поэтому не могу за него отвечать никоим образом и даже не намерена. Поэтому я хочу сказать, что мы с коллективом, вот совместные действия, которые на сегодняшний день предпринимаются на всех уровнях, это и высшая школа, вернее федеральный уровень, уровень областной, он дает основания к тому, чтобы наша, действительно, не потерять школу, замечательную школу, единственную на Сибири и Дальнему Востоку, и дать возможность опять-таки нашим абитуриентам, которые в этом году и последующие, обучаться именно в Иркутском вузе. Скажу, почему мы особенно за это, потому что существует региональная специфика. Вот, к примеру, самый такой небольшой пример, когда Московский лингвистический университет, ну, практически, я не знаю, как другое слово подобрать, ликвидировал подготовку педагогов иностранного языка. У нас по статистике около 300 нужно педагогов иностранного языка для наших школ ежегодно. Поэтому не заниматься такой подготовкой, ну, просто невозможно. Ну, вот, это 300 специалистов ежегодно? Ежегодно. А куда предыдущие 300 деваются от предыдущего года? Дело в том, что у нас растет как раз контингент обучающихся. И более того, мы прекрасно с вами понимаем, что существует очень много вариативных программ, согласно которых с детского сада, начиная с 3-4 лет, хорошо, Ирина Александровна, мы вас поняли, услышали. Вы хотели что-то очень сказать. Пожалуйста, представьтесь. Ужакова Евгения Петровна, доцент кафедры лингвистического вуза. Тоже лингвистический. Почему?
Почему мы сейчас тревожимся несколько? Мы знаем, что процесс ликвидации – это один из шагов, который должен привести к тому, чтобы ВУЗ вернулся в регион и в качестве структурного подразделения другого ВУЗа. Но в пресс-релизе сегодня, который мы увидели в Московского лингвистического ВУЗа, звучит, что будет студентам предложено перейти в другие ВУЗы, что ВУЗы города, как и при ситуации с неаккредитацией, будут направлены письма. То есть вся тревога заключается в том, что до того момента, когда будет принято верное решение, то ядро, о котором мы говорим, лингвистического образования, оно может просто распасться. И наша тревога заключается именно в этом, почему мы и просим ускорить процесс, насколько возможно, обратить на это внимание и помочь. Хорошо, и... спасибо большое. Мне сейчас подсказывают, что на улице у нас люди настоящие ребята. Своими вопросами давайте предоставим слово. Пожалуйста. У нас есть еще один вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Абышкин Игорь, Молодая гвардия. Подскажите, какова вероятность, что такая ситуация может повториться и с другими вузами? Вы имеете в виду ситуацию, которая повторилась с какими университетами? С МГЛУ. Вот такой вот у нас вопрос. Какой-то невнятный вопрос. Может быть, подробности какие-то можно еще узнать? Молчат. Наученные. Может быть, кто-то из вас, вот ребята, кто тут, молодежный парламент у нас присутствует, вы просто развейте эту тему, пожалуйста. Пожалуйста. Микрофон отсюда. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Цындыжапов Артем. Я являюсь исполняющим обязанности руководителя Иркутского регионального отделения Молодой гвардии. Это у вас так специально, да? Вы так цепочкой выстроили, чтобы там и здесь присутствовать. Конечно, конечно. Ну, а как еще? Ну, нужно достучаться. Вот. Молодая гвардия занимается проблемами студенчества, именно студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, поэтому для нас это очень актуальный вопрос. Давайте вопрос. Ага. Что касается нашего ИНЯЗа многострадального, у ребят действительно очень серьезная ситуация. Вот. Их действительно очень волнует их будущее. Что будет, как они будут дальше продолжать учиться и будет ли вообще ВУЗ сохранен. Вот. Ну, ответ и, уже дам. Да, и нас еще также волнует вопрос о том, не повторится ли такая ситуация с другими ВУЗами Иркутска. Потому что мы все знаем, что не только в ИНЯЗе есть те, грубо говоря, специальности, которые не получили аккредитацию. Угу. У нас есть также СПУ, также ИРГАУ. То есть, что будет, что ждать этим ребятам, этим студентам? То есть... Хорошо, спасибо. Ну, здесь, наверное, тема, наверное, одна и та же. Я думаю, что, знаете, еще здесь как бы подспудно такой вопрос, да. А вот как оценивать вузы, выбирать выпускникам и родителям, да, куда поступать, чтобы потом не оказалось, что через год-два оказались в подобной ситуации? Я всем рекомендую смотреть мониторинг эффективности вузов. Вот набираете в поисковике любом в интернете мониторинг эффективности вузов 2015, там данные есть по прошлому году. Там все о каждом вузе, филиале указано. И какой бюджет, и сколько баллов, и какая эффективность. У нас считается эффективным вуз, если он набирает не менее 4 балла из 7. Вот смотрите. И выбирайте вуз, у которого будет 2 из 7, это неэффективный вуз, туда нельзя идти учиться. Поэтому вот здесь надо вот эту вот информацию и родителям, и выпускникам анализировать. Что касается вообще, вот, допустим, государственных вузов, да, в городе Иркутске, то у нас все вузы эффективные. У нас, допустим, медицинский университет 7 из 7, Байкальский университет 7 из 7, другие вузы у нас 6 из 7. Поэтому это сильные вузы. Где зона есть проблемности, да, а зоны проблемности мы рекомендуем очень внимательно смотреть филиал головных вузов. Хорошо, вот вы закончили? Пожалуйста, вот ваше мнение. К слову, эффективность вуза отношу еще качество обучения студентов. Если там вы на сайте найдете, какое место Иркутский вуз занял по математике, такой-то вуз в областной олимпиаде вузов, то идите туда, где он занял первое место. Наверное. Понимаете, речь идет о некоторых параметрах, которые студентам не воспринимаются. Вот эти 4-7 критериев и так далее. Студент, вчерашний школьник, идет поступать в вуз. И хочет потом сказать,
Я поступил в ВУЗ, единственный адекватный в Иркутске, среди всех. Я привожу маленькие примеры. Пожалуйста. Эффективность этих ВУЗов и что это значит. Разработка учебных программ, наконец-то мы добились этого, сказал вчера РИА Новости министр образования, и тем самым предотвратим открытие шаражек типа филиалов. Вот вчерашняя цитата из РИА Новости. Довожу до вашего сведения. Иркутский филиал МГТУ ГА численностью студентов на дневном обучении 300 человек. На сегодня победитель олимпиад по математике, физике, метрологии, химии, иностранному языку, трех грантов и так далее, численностью 300. Почему? Вы думаете, 7 баллов эффективных там набрано? Нет, потому что в 2009 году строим и ВАИУ перешло в стены МГТУ ГА и плюс мощный коллектив, который там уже был. Поэтому студенты говорят, мы учимся по-настоящему. И, кстати, это спасло, может быть, и филиал, я открою тайну, потому что наряду с письмом губернатору я писал письмо руководителю администрации президента Иванову Сергею Борисовичу, который в мое время был министром обороны, и, пользуясь случаем, может быть, дальней памяти, я даже написал о проблеме нашего филиала, и, может быть, это тоже повлияло на сохранение. С другой стороны, я читаю, как ректора иркутских вузов говорят, присоединение пединститута к госуниверситету понизило вступительный балл госуниверситета, и он будет в конечном итоге деревенским. Докладываю вам, в филиале МГТУ ГА из 30 на курсе человек 27 не иркутяне. Усть-Уда, Усть-Куда и так далее. Там страшно называть поселки даже Иркутской области, которые сегодня учатся. Вы что хотите, чтобы шли только иркутяне, а куда эти-то будут деваться? Следующая проблема. Ливанов и Министерство образования сокращают число вузов, тем самым сокращают количество молодежи, которая может учиться в вузах. Это что значит? Это значит сотни тысяч молодых ребят 17-18 лет после 11 класса выходят на улицу, в лучшем случае призывается, в лучшем случае еще год не призывается в армию и становятся, называйте кем? Тунеядцами, хулиганами, мойщиками автомашин там и так далее, не приобретая профессию, и добавляют, это Ливанову никто не сказал, добавляют армию безработных сумасшедшим образом, кран. Понятно, согласен полностью. В общем-то, наверное, стоит здесь действительно. У меня просто будет вот по теме того, каким должен быть выбор абитуриента вуза. Угу. Я абсолютно согласна, что должен быть ответственный выбор. Но при всем при этом, уже в самом начале этого пути человек должен знать, где он будет работать, какое место он будет занимать, где он проходит производственную практику и как он дальше будет строить свой жизненный путь. Поэтому вот я опять-таки обращаюсь к нашей работе в рамках нашего комитета, и от имени всех депутатов хотела бы сказать следующее, что, конечно же, необходимо в построении стратегии социально-экономического развития Иркутской области, да, совершенно четко учитывать те стратегические ориентиры развития высшей школы, которые сейчас происходят в Российской Федерации. Необходимо анализировать рынок труда, необходимо очень ответственно подходить к контрольным цифрам приема. И вот мы уже очень много с ректорами говорили в наших иркутских вузах о том, что у нас идет дублирование специальностей. Угу. Поэтому над этим тоже нужно бороться, над этим нужно работать. Одна из поэтому, причин, почему, да, наверное, да. Идет. Поэтому для того, чтобы наш выпускник, совершенно четко, выбирая позицию или выбирая вуз, мог именно его закончить, более к этому я бы добавила еще необходимость критерия, где он будет работать, какую заработную плату получать, какую пользу будет приносить Иркутской области. Ну вот сразу видно трибун, как я говорил, да, трибун. Все четко, все понятно. У меня есть предложение, чтобы вот, да, чтобы вы, у нас профсоюз образования здесь Иркутской области, пожалуйста. Добрый день всем. Валентина Геннадьевна Федосеевна, председатель профсоюза. Я, конечно же, не возражаю против того, что каждый гражданин, в том числе и обучающийся, который завершает свое обучение, среднее образование, должен подходить ответственно к выбору своей специальности, своего будущего. Ответственность, конечно же, родителей тоже не отрицается, но все перекладывать на плечи родителей и преподавателей научно-педагогического сообщества наших высших учебных заведений, я думаю, это неправильно. Ну, давайте мы с вами вспомним все-таки Конституцию Российской Федерации. Подробнее, вспомним федеральный закон об образовании в Российской Федерации, который гарантирует
каждому гражданину получение образования, высшего образования по тому направлению подготовки, который выбирает и в той образовательной организации. Сегодня возник вопрос, а какая гарантия у студентов, у тех, кто сегодня обучается, кто вступит в образовательные отношения впервые с сентября 2016 года, в том, что их эта участь, которая постигла наших студентов, ИНЯЗа не коснется? Да никакой. По большому счету. Ваша точка зрения, никакой гарантии? Никакой гарантии, потому что есть завуалированная в федеральном законе об образовании норма, которая предполагает отзыв лицензии, лишение лицензии, государственной аккредитации на любом этапе. И здесь действительно нужна корректировка, прежде всего, федерального законодательства. Но меня еще удивляет и другое. А вообще-то у государства есть формы государственного контроля за деятельностью учреждений высшего профессионального образования. Деятельность у нас лицензируется, лицензия получена, а лицензия выдается при соблюдении определенных условий, когда соответствуют и условия обучения, в том числе, а это разве не форма контроля? Дальше контроль той же Федеральной службы по контролю и надзору за качеством образования. Хорошо. Я еще хотела бы обратить ваше внимание на следующее. Ведь здесь должна быть последовательная политика, прежде всего в сфере образования в нашем государстве. Что было в 90-е годы? Разрешили, признали частную собственность, в том числе и право негосударственных образовательных учреждений на осуществление образовательной деятельности. Следующий момент. Готовность какая была государства к мониторингу по неэффективным вузам? Кто бы готовился? Кто бы задавал нашим учебным заведениям ориентиры на эффективность? Ведь в 2012 году без каких-либо предупреждений провели мониторинг, признали неэффективным, в том числе и наш уважаемый государственный лингвистический университет. Я хотела бы обратить внимание на следующее. Филиалы – это тоже была политика, был этап в политике образования Российской Федерации на создание филиалов. Что касается нашего лингвистического университета, экспертное заключение по результатам проведения экспертизы образовательной деятельности. Все 13 направлений подготовки, они были признаны, результат обучения был признан соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам. Потом хлоп и нет. А? А потом раз и нет. Нет, но мы на выход-то должны с вами посмотреть, какие же условия не были соблюдены. Это несоответствие структуры образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Валентина Геннадьевна, давайте сейчас подумайте, что еще можно сказать. Вы слишком долго с микрофоном. Вот здесь у нас все-таки программа идет. У нас вот давно уже здесь тянут руки молодые люди. Добрый вечер. Иван Камельков, молодежный парламент при законодательном собрании Иркутской области, а также бывший студент нашего родного ИНЯЗа. Я хотел бы отметить, что молодежь прежде всего за реформирование, но реформирование должно быть подготовленным, а не то, как это происходит сейчас. Хотел бы вот не согласиться с позицией правительства Иркутской области по вопросу, что вот Виктор Васильевич в начале нашей программы сказал, что хорошо, что 13 направлений подготовки не аккредитовали. Это нехорошо. Это очень плохо. Плохо потому, что мы не подумали о дальнейшей судьбе тех студентов, которых мы должны были перевести в другие вузы. Мы не подумали о тех преподавателях, которые работают в этом вузе, которые в дальнейшем должны будут искать место работы себе другое. Вот я думаю, все мы должны были это все предвидеть, предугадать и работать в этом направлении, и увидеть, и помочь преподавателям, студентам выбрать площадки, да, для перехода их в другие образовательные организации. Поэтому моя позиция исключительно такая. Я не согласен, что 13 направлений не аккредитовали, это есть хорошо. Возможно, это есть хорошо, но мы должны все-таки осмысленно, подготовленно подходить к этим вопросам. Собственно, об этом шла и речь, что дорожная карта и так далее. Хорошо.
Станислав Гольфарб, руководитель СМИ Общественной палаты. Профессор Иркутского университета. Конечно же, хорошо, что закрыли эти специальности, о которых говорил Игнатенко, потому что, вот вдумайтесь, в Иркутском университете не готовят специалистов кухонного дела, к примеру, поваров не готовят, не готовят авиаторов и многие другие специальности, которые в Иркутском университете нет, и поэтому его называют классическим. Есть над чем подумать. Да, а давайте вспомним, откуда взялись все вот эти вот странные специальности в классических вузах. Они взялись от того, что все бросились зарабатывать деньги. И родители, и детки, и преподаватели во многих вузах шиковали. Я точно знаю, что в 90-х годах Иркутский государственный университет чуть ли не ноги протягивал, но не открывал экзотических специальностей, потому что это претило самому статусу этого классического заведения. Ну вот для меня, например, выступление члена вот этого молодежного парламента не является каким-то таким, ну что ли, открытием. Я услышал опять, государство должно, кто-то должен был предусмотреть, кто-то должен был подумать. Слушайте, в конце концов, все голосовали за капитализм, но вот он и существует у нас, капитализм, давайте все немножко о себе думать. И потом, давайте, я даже встану. В 30-х годах Иркутский государственный университет раздербанили на гигантское количество вузов. 2 года Иркутский государственный университет не существовал вообще. Почему? Это была ситуация, это была экономика, которая требовала, чтобы возник один вуз, другой вуз и третий. Каждый набор вузов в каждой территории, это ну, не то, что с неба упало, это та экономика, которая диктует, какой вуз нужен. Но умерла у нас практически химическая промышленность. Что же мы теперь будем создавать химические специальности? Нет. И то, что сейчас происходит, это нормально, это турбулентность. Я согласен, кризиса нет, есть турбулентность. Она будет и будет постоянно происходить. Время от времени нас будет штормить. Мы просто не привыкли к этому. Мы просто привыкли все время надеяться на кого-то. И ничего страшного нету, что будет происходить соединение вузов, расхождение вузов. И давайте в конце концов перестанем надеяться на государство. Надо немножко надеяться на себя тоже. Спасибо. Спасибо. Хорошее выступление. Сейчас у нас, вот пошли руки, до конца программы осталось совсем немного, наконец-то стали активными, уже поздно. Вот вы самые первые подняла, да? Здравствуйте. Крипак Анна Валентиновна, преподаватель ИНЯЗа. ИНЯЗ, потому что это большая и больная проблема для региона. И мне хотелось бы возразить, конечно же, про хорошо, что закрыли 13 направлений. Уважаемые чиновники, вы совершенно забыли о том, что мы с вами живем в приграничной зоне. У нас рядом Китай, Япония, Корея. Наши гости из зарубежья приезжают к нам с большим удовольствием. Кто будет обслуживать такое количество иностранных туристов в нашем регионе? Вы говорите о том, что здорово, что закрыли туризм. Это одно из направлений, которое было закрыто у нас. Но это направление, как и все остальные, соответствовало качеству образования. Если вы посмотрите по выписке, да, там указано, что качество соответствует, не соответствует учебный план. Все. Единственная проблема, по которой мы были не аккредитованы по 13 направлениям. При том, что все учебные планы были утверждены господином Манохиным, Москвой. И мы работали, мы же не просто так придумали эти учебные планы. Поэтому, конечно же, мы с вами не согласимся, и мы будем бороться за наш ИНЯЗ, и мы будем бороться за то, чтобы наш ИНЯЗ оставался единым структурным подразделением. Но я вам скажу, мы будем воевать до последнего. Ну, вы согласны переходить? В ГБУ вы согласны переходить, присоединиться? У нас есть протокол собрания коллектива профессорско-преподавательского состава. Из 200 преподавателей 176 проголосовали выступить с инициативой о вхождении в Иркутский государственный университет в качестве структурного подразделения. Все. Проблема в том, что нас не слышат. Не слышат. Все, вот спасибо. Проблема. У нас вот уже депутаты начали выступать. Пожалуйста, микрофон. Представьтесь. Здравствуйте. Кузнецов Олег Николаевич, депутат законодательного собрания, руководитель фракции ЛДПР. Вы знаете, я хотел вернуться к вопросу по поводу, кто виноват.
У нас, к сожалению, так и не нашлось, чтобы мог на себя здесь взять ответственность. Да? А вот никто не но при этом крайними остаются у нас студенты, крайними у нас остаются преподаватели, крайними у нас остаются родители, которые платят деньги за то, чтобы их ребенок отучился и в итоге не получил диплом государственного образца. Так вот, я считаю все-таки, что должно нести ответственность правительство, должно нести ответственность наши уважаемые ректора этих вузов, потому что, ну что мы берем сейчас, можем взять со студентов, мы им советуем, вы загляните в интернет, посмотрите, как этот вуз работает, перед тем, как поступать, принять решение поступать туда или не поступать. Да, безусловно, это логично, но я вам сейчас уверяю, никто не скажет вам, не гарантирует того, что этот вуз будет в дальнейшем функционировать, а если это государственный вуз, он будет давать качественное, конкурентное образование по сравнению с образовательными учреждениями других регионов. И как может ребенок, как может родитель там особо-то разобраться в качестве этого вуза, если у нас сегодняшний день не могут разобраться ректора, не могут разобраться наше правительство во главе с губернатором о том, будет у нас опорный вуз, не будет у нас опорный вуз. Поэтому я считаю, что здесь должны брать на себя ответственность в первую очередь губернатор Виктор Васильевич. Я понимаю его оптимизм по поводу того, что образование у нас стильное, но, к сожалению, образование у нас на сегодняшний день не самое стильное, даже по сравнению с тем же Красноярским и с другими регионами, которые вот на сегодня шагают намного вперед по сравнению с Иркутской областью. Ну, я согласен. Вот у нас такая тенденция сейчас получилась, сейчас минуточку, что иркутяне едут поступать в Москву, Новосибирск, куда-то на запад. А здесь у нас вузы закрываются из сельской местности, из восточных территорий страны, из Бурятии, из Читы и так далее. Вы не мечтаете, вы лучше проанализируйте, кто едет в Москву и в Санкт-Петербург. А давайте я вам сейчас скажу. Вот чтобы научиться, нужно иметь большие деньги. Совершенно верно. Естественно, вот хорошее замечание. Поэтому и не едут иркутяне в Москву, Санкт-Петербург, обычные. Вот у меня старшая дочь сегодня сдавала первый ЕГЭ. Вообще хочу пожелать всем родителям, в общем, терпения, детям удачи на этих экзаменах. Но вот у меня сомнения. У меня вообще уже несколько месяцев мы с ней переживаем вот этот момент, куда же все-таки поступать. Я, как житель Иркутска, хочу, чтобы она поступала в Иркутск. Но у меня есть огромные сомнения, что она получит качественное образование, что она, вот сейчас я должен подумать, куда она пойдет потом работать, как вот говорят сейчас, да? То есть, ну, мне бы хотелось, чтобы она закончила хороший вуз. К чему она тяготеет? Я вам скажу, куда надо ехать. Передайте микрофон. То есть, надо куда-то все-таки ехать из Иркутска, да? Еще тоже депутаты есть. Это университет можно. И вот, и пожалуйста, соседу, ага. Время очень мало, а ёмчик. Ну, я согласен с тем, что и экономика, и система образования – это живая система и требует постоянного изменения. Но вместе с тем, любые изменения можно проводить так, чтобы не вредить. А сейчас получается, что вот ровно так и происходит. Конечно, повышать качество образования – это благая цель. Но не надо из-за этой благой цели индульгировать все, что сейчас происходит. В недавнем прошлом была политика по созданию филиальной сети. Сейчас политика Минобра по укрупнению и по ликвидации. А что будет завтра? И что теперь под каждое изменение? Мы должны ломать человеческие судьбы. Тем более, что мы вообще-то перед этими студентами, как государство, то взяли какие-то обязательства. То есть нельзя целиком на них это все всю ответственность. Понятно. То есть вы поддерживаете коллегу, что здесь все равно должно быть и государство, и ректоры сами. Давайте заканчивать. Еще я буквально минутку. Я еще хотел сказать, что почему именно в Иркутске и в Иркутской области такая проблема возникла. Потому что вообще-то мы особенный регион с точки зрения территориального расположения. Мы несколько изолированно находимся. У нас, если в европейской части закрытие филиалов и вузов такой проблемы не несет, потому что отъехать 50 километров и там вы встретите другой вуз. У нас такой возможности нет, и поэтому надо добиваться, безусловно, от центра, от Минобра, какого-то специального отношения. То есть, Спасибо, вас услышали, пожалуйста. Развить вот как раз вот эту мысль, от кто виноват, что делать. Вот сейчас у нас такая ситуация, упоминали Ивату, это напоминает... Еще не упоминали, вы говорили. Уже не успеем. У меня еще нет упоминания, что сегодня в Воронеже образовалось. Хорошо, говорите. У нас эта ситуация, как старая новогодняя детская забава, когда песенка идет, елочка, и на один стульчик меньше, музыка кончилась, и вот кто не успел, тот и сел. Вот пройдет год, и примерно в таком же экспертном составе мы, может, не дай бог, конечно, будем оплакивать очередного такого, кому не достался стульчик. Так вот, в то же время, пока в общественном мнении еще даже ни разу всерьез не звучал вот этот постулат, если хотите,
вуза избыточности Сибири. То есть ни одна партия это не озвучивала. Вот почему бы сибирским, иркутским депутатам, и шире сибирским депутатам не отстаивать, хотя бы попробовать сформулировать, оставить этот тезис. В нашей ситуации разряженного демографического пространства, ну, конечно, это путь, просто путь вот к самопоеданию и так далее. Хорошо, к сожалению, уважаемые друзья, у нас очень мало времени, осталась буквально одна фраза на заключение, чтобы она была яркой. Станислав Тютрин, Дмитрий Геннадьевич, молодежный парламент, фракция ЛДПР. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, земляки, лично у меня сегодня абсолютно четкое понимание того, что политика федерального центра нацелена на то, чтобы молодежь лишить его законного права на образование путем так называемых реформ, глобализации, укрупнений. Мы видим именно снижение этой возможности. И не зря в 2013 году 4 фракции Государственной Думы были за то, чтобы министр образования Ливанов ушел в отставку. Но до сих пор сидит. Я о том хочу сказать, какой что некоррупный. мы все с вами, жители Иркутской области, должны объединиться и отстоять все наши вузы, в том числе и ИНЯС. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Слово. Я уверен, что мы встретимся еще на эту тему, я думаю, где-нибудь в сентябре, там мы посмотрим друг другу в глаза, посмотрите вы, возможно, очень надеюсь на то, что придут ректоры, которые не пришли, без них их проблемы обсуждали. А на этом все, всего самого доброго, это было новое ток-шоу «Трибуна» на телеканале Аист. Удачи!